Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение Тургор Голос Цвета. И так у нас хотят казнить очередную сестру. А мы, как всегда, сегодня помешаем очередному брату это сделать. Но для начала я хотел собрать цвет, который опять появился, но, скорее всего, я не успею это сделать. Да, точно. Ну, смотрим, кто у нас на этот раз обвиняется. Обвиняем эту сестру в покушении на его убийство. Мы подвергнем ее испытанию и проверим ее образ мыслей. Значит, Алла. Понятно, ну нам близко, кстати, бежать. И кто же у нас будет казнить ее? Неужели жонглер? Ну, в принципе, битва с жонглером, она интересная, но мы ее уже видели. У нас половина битв все равно повторяется. А, это ты, парень. Конечно же. Знаешь, я бы тебя нанял на личную охрану этого сада, чтобы ты братьев отгонял. Ты все равно всегда здесь, никуда не уходишь у меня. Да? Вот так вот. Так, собираем. Ух ты, сколько тут всего вкусного-то у нас родилось. Хоть промежутки стало по чуть-чуть всего цвета приходить, но при этом разнообразие стало намного больше, просто в одном месте по несколько цветов может быть. Так, такой вроде все собрал, остаешься ты. О, парень, вы тут поодиночке вроде как не водитесь, у тебя должен быть обязательно друг какой-нибудь, поэтому хорошо бы, чтобы он вышел сам, но видимо никого нет. Так, нет, 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 не убегай. Я вот принес тебе немножечко вкусного. 25 лазури. Все отлично. Сейчас обратно это убираем и идем, друзья, защищать Аву. Так, ух ты, сколько всего там у меня осталось. 50 еще пурпура. Интересно, какое сердце у нас у жонглера? Очень мне интересно. Так, тут у меня тиран что-то опять поглощает. А возможно не жонглер, но мне кажется... А, нет, не жонглер, он же... Это же Има, господи. Мы же уавы, точно. Я смотрю куда-то не туда. Тогда, возможно, друзья, у нас тиран пойдет казнить. Да, все возможно, поэтому нет. Еще раньше времени запаниковал. Нет, это не тиран будет у нас. Может, богомол или... Нет, Монгольфьер не будет, это точно. Ты теряешь нерв. Нет, все равно, друзья, жонглер. Не повезло. Все равно жонглер пришел казнить. Ладно, ничего не поделать. Будем тогда сражаться сегодня с жонглером. Внимай заповедь. Так, это мы все 20 раз слышали. Давай. Ардалия, я вызываю тебя на суд божий. Ты... Или отчаянно смел, или просто глуп, или надеялся, что тебя простят за твою нелепую слабость. Не простят тебе ничего, младший. У нас нет такой власти, чтобы прощать. И ни у кого здесь нет такой власти. Цвета не ведают жалости. Если ты выживешь, я велю сестрам показать тебе, как бессердечны цвета. Цвет — воля лимфы, и потому не терпит ни мягкости, ни компромиссов. Приготовься к наказанию, младший, и помни, что стократ хуже боли и смерти существование без цвета, то есть абсолютная смерть. Ну, мы все помним то, что жонглер, он всегда изучал цвет, да, он такой вот здесь ученый у нас представляется. Так, ну и битву мы в принципе знаем, даже знаем, как действовать. Эх, единственное, что вот меня как всегда будет подводить, потому что летит он непонятно куда. Тут надо очень четко так целиться по жонглеру. И раньше это было довольно сделать просто. Теперь же придется попариться. Ладно, посмотрим.
Битва несложная, главное в этой битве это скорость ваша. Ну хотя даже, нет, можно в принципе и без лазури обойтись, ваша меткость тогда. Это самое главное в этой битве. Потом все заливаем сейчас, и даже вот здесь совершенно изумруд не нужен. Так, но битва мне всегда нравилась. Так, ладно, побежали. Хотя можно было ударить. Так, что сейчас там, серебро? А давайте, кстати, ястребом. Знаете, у меня уже с ястреба начинать серию, это уже такая традиция. Но сейчас-то мы должны попасть. Да. И каждый раз мазать. Знаете, это тоже, видимо, традиция серии станет скоро. Он вроде так близко был. Ястреб. Ну-ка, может сейчас? Во! Отличный момент и... Господи, ничего не получилось, как всегда. Шарик. Господи. Пора в меня свои шары кидать. Ястреб, давай уже, там скоро снова серебро подойдет. Может хоть раз ты сможешь попасть в противника. Есть, друзья, это случилось. Конечно, с третьего или с четвертого раза. В общем, нужно гораздо ближе подходить, чтобы бить ястребом. Я вот хочу ястребом попробовать его завалить, потому что... Ой, притягивает. Ну, благодаря суперскорости нашей, он нас вообще не сможет притянуть. У нас огромное количество просто в сердцах. Как там его? Лазури. Поэтому это просто бесполезно нас притягивать. Это... трата времени. Так, вот, держи тебе. Опять же, ястреба. Нет, хорошо, в принципе, действует ястреб против него. А, он, наверное, сейчас поедет. Главное научиться им правильно пользоваться и... Вот так вот. Вот, все отлично. Так, а, у него серебряное сердце. Ой, ой-ой-ой. Да вот почему-то я все время забываю смотреть. Раньше в оригинале вот так четко сразу смотрел, какое сердце, и... А, нет, сейчас уже не успею, скорее всего. Так, сейчас опять какой-нибудь меня шарик метнет. Нет, не метай меня ничего. Я спрятался. Я за деревом. Да, конечно, он коряво очень всегда метает. Мы помним это. Ладно, не буду тогда серебро тратить. Подожду вот что-нибудь интересненькое. Такс. Вот лазурь, например. Только вот нужно встать вот так вот. Мне кажется, он опять сейчас начнет притягивать. Это, конечно, если я так близко буду стоять, то... Это, может, и притянет, кстати. Попали. Так, первого кольца уже нету. Нет, слишком слабое притяжение. Нет, ой-ой-ой, главное не отпускать клавиши. А то я тоже расслаблюсь сейчас. Так, нет, на это уже не успеем. Может, на золото успеем, кстати. Да. Amber, rapture of wilderness, chaos of maelstrom. Вот так вот. Bone-breaking laughter, rider of the vortex's edge. Попали. Можем и на янтарь, в принципе, успеть. Open to the heart of thy lowly servant. Он вот вроде даже поехал, куда мне нужно. Righteous will of the seeker of thine guidance, heed. Почему-то мы убиваем своих союзников сейчас постоянно просто. Так, нет, ястреб, назад, назад, возвращайся. Вот так вот, отлично, молодец. Так, что-то меня опять сейчас полетит, мне кажется. Я лучше побежал. Спрячусь-ка я. Так, и сиренька. Бой? Отлично. Так, мы, может, еще успеем, кстати. Давай. Там уже золото подошло. Ну все, вот такая вот совершенно простая битва. Жонглер тоже один из самых легких. Почему-то вот здесь битвы, знаете, там броненосец, там патриарх, они все интересные, то есть используют много атак, там различные приемы, там все такое вот. Но вот просто довольно легкие. А вот какой-нибудь там яма, он сложный, но так не очень интересный, в принципе, по сути своей. Да, вот какие битвы интересные они, собственно. Патриарх, жонглер, богомол. Потом еще у нас китобой, в принципе, интересно. Если его не так быстро завалить, то можно там посражаться, но благодаря ритуалу он отлично валится.
Я помню то, что мы видели, применяли ритуал на жонглёре, но вот у меня, честно говоря, никакого желания близко нет подходить к нему, потому что, ну, просто сразу начнет высасывать из вас цвет. То есть, зачем? Ух ты! Это что было только что? Это какая-то массовая атака была? Это что-то новенькое. Я такого не видел у него. Или у него просто шарики от физики поехали. Так, ладно. Лазурь. Так, сейчас ястреб опять не наведется. Да, сейчас надо подождать, наверное, когда он остановится. И в бой, ястреб. Нет. Да. Давай. Ну, вот так вот нужно им управлять, чтобы постоянно контролировать этого ястреба, иначе он то вверх, то вниз улетит. Ну, в принципе, такая приятная вещь, то есть я сейчас так даже оценил его возможности. Обычно никогда не использовал, но так как здесь его вот конкретно подводит, то здесь я действительно оценил ястреба. Так, давай, успей, давай, быстрее, золото там уже подходит. По-моему, не успели. Так, ладно, хорош, пора заканчивать эту битву. Так, все. А, видимо, он сейчас начнет у нас подниматься наверх, кстати, друзья. Да, скорее всего... Все, пора, пора отступать тебе наверх, жонглёр. Опять промахнулись. Есть, вот так вот. Ну и добиваем его. Можно и побольше уже вкладывать света. Мне кажется, ястребом мы уже научились пользоваться. Вот так вот просто. Да, тогда я буду побольше вкладывать света. Нет, ты не улетишь на этот раз. Хотя нет, может, ты успеешь забраться наверх. Все возможно. А, он сейчас же мячики начнет раскидывать. Так. Или дать ему подняться наверх. Какая разница? Ну давай поднимись. Мы хоть посмотрим на тебя. Какой ты могучий. У нас жонглер. Можешь контролировать гравитацию. Но это тебя все равно не спасет. Все, прощай. Так руки еще сложил. Такой я крутой. Ну все. На этом все. Обожаю эту битву. Несмотря ни на что. Мне она всегда нравится. Я обожаю битвы, где вот так вот легко справляешься. Боссы должны быть как бы интересными. Я всегда в играх считал, как бы не особо сложными, там запарными. Нет, интересными. С какой-то там интересный способ их убить. Еще что-то такое. Вот это, наверное, все-таки немножечко про жонглера. Так, ну, видимо, пурпура я практически не потратил, потратил только серебро, поэтому выращиваем снова серебро. Я не знаю, может быть, у нас сегодня даже еще одну сестру попытаются казнить, мы еще кого-нибудь убьем. Мне вообще, друзья, нужно новый сад выращивать, потому что старый сад, там что-то плохо дело все. У меня там скорпионы заселили его, короче. Надо, наверное, вам показать вообще. Фишку то мы скорпионов-то не видели. Я вам так и не показывал их, они у нас и не появлялись. Так, это все выращиваем, наверное, да? Еще можно золото, конечно, вырастить. Я помню то, что жонглер, кстати, неплохо собирал цвета по промежутку. Постоянно меня опережал. Поэтому у него должно быть много цвета. А, друзья, давайте Оли накормим сегодня точно. Пойдемте к Оле. Все, откроем ей последнее сердце. Это будет круто. Я посмотрю сейчас, где у нас друзья. Эх, еще цвет родился, я просто не помню уже. Тут у меня в жиле что-то осталось, там немножечко... А, завиток сад, ноу! Так, тиран. Тиран. Зараза. Сколько ж ты сейчас там цвета заберешь? Там же... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, как жалко-то. Ладно, отдаем тирану, делать нечего. Блин, жалко, конечно. Это может еще родилось тут что-то. Тут что-то немножечко там вроде. А, нет, больше ничего нету. Я так надеялся забрать, но ладно, я вот сюда схожу. Стена рудник, там что-то есть какие-то капли. Забирай. Хотя я бы успел, кстати. А, ты я бы успел. Нерв. Ну ладно. Я бы успел забрать, конечно. Так, здесь какие-то цветы. Нет, и вас я убивать что-то не буду, мне кажется. Так, соберем.
и отправимся к Оле. Не знаю, может быть, начнем сегодня и сад выращивать новый. Все возможно. Так, тут больше ничего нету, да? Так, спустимся вниз. А, вот у меня пурпура, конечно, огромное количество. Я принесу тебе удачу. Еще пурпур, господи. Так, ну, в принципе, еще даже пару братьев я смогу убить, даже с учетом того, что если я смогу посадить еще один сад новый, то, наверное, на пару братьев у нас еще цвета хватит. Определенно. Поэтому не стоит переживать, хотя с одним-то еще братом мы точно сразимся. 100%. Потому что он хранит последнее сердце у нас. Ну и все. Так что можно еще с одним точно сразиться братом. Просто так хотя бы. Ты там что сидишь-то? Может, ты мне одолжишь все-таки тиран там цвета немножечко? И осталось у нас 5 братьев, да, в промежутке. То есть мы завалили 5, получается. Или 4, нет, 5, по-моему. Кого мы завалили? Китобоя, броненосца, так, жонглера и этого человека-оркестра. То есть 4, да, получается? Ты теряешь нервы. Чего я там теряю, интересно мне знать. Там вроде как и не... А, ну, что там уже заполнен? А, пурпура уже... Ой, слишком много его. Я даже не знаю, куда его девать-то. Да, растить что-то тогда на нем. Ну, сейчас мы побольше вложим, чтобы быстрее тогда дойти. Ой, я не хочу умирать. Привет, Оля. Наконец-таки мы откроем у тебя 4 сердце. Так, господи, не туда. Все, заполняемся золотом. Ух ты, ты что-то расскажешь нам? В моем саду беда. Вернись скорее. А, ну я знаю, я видел эту беду уже, кстати. А, не предупреждают, значит, ой, да, действительно, значит, предупреждают. Я знаю, что там беда, но как-то мне с этой бедой встречаться не особо охота, на самом деле. Но сейчас я вам покажу, в чем там проблема, друзья. Я даже не знал, что они предупреждают об этом. Ну, а сколько тут на тебя нужно-то, сиреньки? Все, есть. Неужели? Можно возносить уже. Оставь нас. Иди. Если там живут такие, как ты, значит, ничего менять не надо. Если я не выйду наверх, значит, и находка, которая плачет и мучается там сейчас, тоже проснется и вернется к себе. Очнется от кошмара. Для нее ведь этот двор кошмар. Я не хочу становиться причиной ни твоих, ни ее страданий. Вы равно дороги мне. Ну уж нет. Я уже потратил достаточное количество цвета, поэтому просто так мы не уйдем. Молчит, как и ты, сосредоточена, потому и молчит. Не переживай, там, наверху, ей будет что сказать. Просто она уже готова к рождению новой жизни. Но ты еще не готов. Ты должен наполниться мной до предела.
разрыва. Но пока что нету смысла, потому что у нас нету совершенно последнего сердца, поэтому заполняться-то тоже нету смысла. Ладно, вернусь к тебе уже ближе к концу игры, тогда получается. Ура! Одну задачу сделали. Ну, друзья, первую концовку мы, конечно же, откроем Оле, а потом две дополнительных, это сами вознесемся и как стать братом. Посмотрим две концовки. А, ну там можно не только, кстати, концовки посмотреть, там можно и рассуждение цвета будет посмотреть, то есть как он вас будет убеждать, чтобы ты не совершал глупость, там всякое такое. В общем, тоже на это будет интересно посмотреть, конечно. Так, сирень всю эту выращиваем. Оставляем где-то соточку. Вот так вот. Ну и золото мне, в принципе, уже больше не нужно, хотя тут 100, поэтому это все выращиваем тоже. Так, на этом все, в принципе. Ладно, отправляемся, друзья, в сад. Успею вам сегодня показать, в чем там проблема у меня, собственно. Ну, не у меня там. Да там, в принципе, проблем нету. Если так-то по сути. Просто там уже неудобно. Придется к Яне идти. Да и цвета все равно не хватит, мне кажется. Так, и новый цикл еще будет. Так, кто это ко мне идет? Мангольфьер. Вот, серьезно, вот ты единственный из всех братьев, который трогает мои сады. Это что такое вообще? Какой ты мне друг? Надо написать частная собственность. Не трогать. Я ведь точно сейчас снимет эту ловушку, е-мое. Так, ну, собственно, друзья, проблема вот в этих парнях, которые пожирают мои деревья. Черт их не ладен, друзья, это скорпионы. Есть ли от них вред? Конечно, есть. Дерево погибло. Видите, они убивают деревья. Они еще рождаются, друзья, вот на деревьях, в которых есть цвет. И начинают их вот так вот грызть потихоньку. В принципе, они не опасные. И даже можно спокойно собирать цвет с деревьев. То есть, пока они грызут его, можно еще собрать весь цвет с этого дерева. Вот трогать их я вам не рекомендую. Либо трогайте их так, чтобы, так сказать, убить раз и навсегда. Сейчас я покажу, в чем причина. Для начала я посмотрю, что можно собрать. Друзья, тут также крикуны появились, то есть ростки я не трогаю эти. Крикуны это вред. Ну, а, нет, убил у меня это дерево все-таки. Вот зараза, а. Я вот как знал, что нужно было... Тут пурпур, правда, был, мне уже некуда было его собирать. Нет, убил его. Ну, конечно, он вас может, кстати, хвостом ударить, поэтому будьте осторожны. Мне кажется, пора вообще убираться из этого сада, то есть собираем все, что можем, и я к Яне отправляюсь. Новый сад растить нафиг уже нужно здесь, защищать его, так как деревьев-то больше нету, тут все погибли. На каких есть я соберу цвет, и отправимся с вами дальше. А потом я вам покажу, их можно убить, действительно, но сейчас я вам покажу. Можно их, кстати, фармить, этих скорпионов, что самое интересное. Потому что у них есть такая система защиты. Своя собственная против нас. Так, ну возможно я весь цвет-то и не смогу собрать. Его очень много. 241. Ну тут я смогу собрать изумруд, конечно. Да, у меня тут ведь много деревьев осталось. Ой, да. Тут еще 106 у меня сирени. А, лазури. Ой, ё-моё. Что-то я, видимо, рано собрался отсюда. Хотя тут... Два дерева осталось, да? А, ну вот, серебро у меня кончилось, поэтому забираем его. В принципе, у нас сад восстановился и у Иммы, но там вроде бы тоже у нас приходили недородки, поэтому там скорпионы, скорее всего, тоже появятся. Не хотелось бы туда возвращаться, на самом деле. Сколько цвета, сколько цвета? Огромное количество просто. Удивительно, я столько лазури потратил. 58. Блин, ну тут у меня вообще уже полностью все забито. Ай, да. Ладно, оставим, потому что ловушку я новую не буду ставить. Если Мангольфьер тут снимет, то черт с ним. Если что, заберем потом остатки. Не будем жадничать все равно. Все.
Собрали весь цвет, нужен новый сад. Так, сейчас я покажу, в принципе, вот убивайте его с одного удара. Если же вы будете, ну, промажете там, или еще что-то сделаете неправильно, то у него есть система защиты, он начинает выпускать, короче, мелких недородков. Вот этих вот. Которые начинают на вас кидаться. И вроде как он их начинает бесконечно плодить, без конца и края, этих засранцев. А в чем плюс, друзья? В них есть цвет. Вы можете их убивать и забирать цвет. Но, насколько я понимаю, действительно, бесконечно там по 5 у меня штук. Обычно, кстати, всегда серебро у них, что интересно. Но серебра у меня вроде там сейчас завалом, поэтому убивать я его не... А, нет. Ну, давайте убьем. Фармить я их не пробовал, но, по ходу дела, так можно бесконечно. По крайней мере, с серебром точно должно получаться. И вот он их плодит и плодит и плодит и плодит, пока вы не выйдете из локации, он не остановится это делать, поэтому убивайте их с одного удара. Ну, мы пойдем нафиг отсюда. Там на удар нужно где-то 50, может даже больше цвета, с учетом 100% ярости, конечно же. Так, Мангольфер, это твое, забирай, там такой чудный сад у меня, вообще закачаешься. Так... завиток сад, но у меня лазури уже слишком много. Так, все, я отправляюсь к Яне. А че какой-то у меня немножко серенький такой у нее покой как-то. Я надеюсь, то, что Оле-то от этого неплохо не будет, как бы. Как бы я рассчитываю, что ей не будет. Не должно быть плохо, по крайней мере, от этого. Я не переживу, если она умрет, честно говоря. Это будет, во-первых, неожиданно, во-вторых, я все равно уже ничего не смогу сделать с ней. Тогда. Вроде как они исчезают, потом там поели-поели, да ушли. Так-с, и отправляюсь-ка я. Мне нужно, конечно, еще тут сиреньку собрать, друзья. Ой, ты куда? Ну, а, господи, куда ты просто... Нормальный человек. Это не человек, ты дух. Как-то все быстро у меня тут проросло. Ты будешь идти-то, нет? Дух. А, новый цикл. Лазурь родилась... Ой, изумруд, господи, да что ж такое-то? Все время говорю фигню какую-то. У нас что-то куча всего. Так. Ну, куча, как всегда, всего, но понемножку. Конечно же. Ой, и там как раз в саду что-то родилось у нас. Ладно, друзья, в принципе, на этом мы заканчиваем серию. Я начну выращивать новый сад, потом покажу плоды своих трудов, которые у меня получились. Посмотрим, будут ли еще братья на нас нападать. Если не будут, то, может быть, я все-таки... Нападу на кого-нибудь. Но пока что даже шанса. Вот тиран ничего не собирает, он там сидит в углу. То есть даже на него напасть сейчас нельзя, как бы. А попробую тогда подкараулить, если что, там богомола. Чтобы для интереса его убить, например. А тиран и ушел куда-то. Даже не стал собирать. Смотри, он обожрался уже в конец просто. Уже цвет ему не нужен. Так прошел так мимо, все, окей. Ладно, друзья, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.